Сейчас я нахожусь в дрим-центре. Вот, Скотт уже починил двигатель обводки. Все, вроде завелось, говорит. Все нормально, короче, вот на этой лодке. На днях мы поедем уже рыбачить. Все, завели. Я забыл включить камеру, к сожалению. Вот. Скотт сейчас проверяет свечи. Вроде все нормально со свечами. Вот. Немножко масла есть, но это, в принципе, нормально, когда давно не заводился двигатель. Вот сейчас мы испытывали двигатель. Поместили винт в воду. Вот. И, в общем, все нормально. Завелась. Послезавтра мы планируем выехать на рыбалку в океан. Good. Посмотрите. Ну, надо его почистить, конечно. Мы так всегда все почистим, приведем в порядок и отправимся на рыбалку. Я кучу видео воды натаскал. I need you to hold. So you fill with water and hold up in there. Okay. So I can test this pump. Okay. Сейчас мы будем тестировать помпу. Okay, ready? Yeah. Just a second. Как она шумит? Oh, yes. No. Сейчас Скотт размышляет, что же еще нужно сделать. Ну, лодка, конечно, грязная, страшно грязная. Это мне все напоминает Казахстан, СНГ. Вот такие красивые места у нас тоже не проложены. Yeah, this country going crazy. In my country, in Russia, in the same, no. Beautiful place. You're really legal. Why? Need tourism, good. You're really legal. Oh, good. We're legal in cannabis. Красивые места. Посмотрите. Интересные места. Человек, который здесь живет, заведует этим местом, походу. У него разрешение спрашивают, надо, можно, нельзя.
Ну все, наша рыбалка начинается сегодня. Говорили Кевина дать нам лодку. Я закрываю ворота. Вот наш капитан. Пато, я? Моим это Пато. 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 Пато наш капитан. В общем, мы сейчас на лодке поплывем, пойдем, порыбачим. Ну, само собой, тот человек, который имеет опыт управления лодкой и тому подобное. В общем, нужна какая-то безопасность. В любом случае, нам нужно уметь это делать. Ну, Скотт большой опыт имеет. Я, к сожалению, зиро. Вот, сегодня я чему-то научусь. Вот, и желайте нам хорошей рыбалки, как и клево. Вот наши удочки, вот наша лодка. Сейчас мы уже спускаем лодку. Скот, вот он. Сейчас я буду ловить веревку. Лодка спущена. Сейчас мы подойдем к пирсу, загрузимся и поплывем. Парковали, воду взяли. Сейчас мы будем рыбачить. Раша спит. Рыбачить. Рыбалка. Фишинг? Рыбалка. Рыбалка? Да. 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 Вот пеликаны тут охотятся, рыбачат тоже. Ух, они жестко ныряют. Сам Квентин. Ну, вот здесь я уже был. No good. This is all very old. It's very old. Yes. Yes. Мотор заведен. Бензин полный. 240 литров, думаю, нам на часа два хватит. Ну что, сейчас заплывем и остановимся где-нибудь. Мы отдали швартовые. Скот. Сейчас. Вас? А, ну да. Видео. Сейчас мы выходим по дням. Сейчас мы в заливе находимся. Сейчас мы выходим из залива, выйдем в океан, порыбачим немножко. Надеюсь, наверное, далеко не пойдем, конечно, глубоко в океан туда, да? Если конца. Судя по всему, в общем, мы поймали тину, ну, то есть заросли. Заросли завязались на винте, и нам пришлось как бы очищать винт, поднимать немного двигатель и очистить винт. Вот дальше мы продолжили путь, все нормально. The entrance is very shallow, and the government does not maintain the channel here. Okay, Scott, сейчас хочет бросить якорь. No, здесь, мы будем здесь. No? No. Okay. No, не надо лагерь. Оказывается, говорит, не надо якорь. Бросайся. По рукам видно.
работяга, мужик. Много что умеет, наверное, и на земле пахать, и рыбу ловить. I have many more, this is... my friend who live in Oklahoma, no fishing me my way. First time. Сейчас пусть что-нибудь ловить будет на нахер. What are you doing now? What? The bait. The bait, вот здесь. Мы сейчас приманку делаем, короче, насадка будет. Так. Тюлень. На рыбалке, тем более в океане. Сейчас мы меняем место дислокации, я уже поймал два окуня, вот так. Говорят же, новичкам везет, вот мне уже повезло. Маленьких, но окунька поймал. Смартфоны в KSL – это рассрочка на смартфон плюс связь от 6 до 24 месяцев. Это один платеж за смартфон плюс связь. Это широкий выбор моделей. Для оформления рассрочки необходимо удостоверение личности, прохождение проверки. Если смартфоны, то только в KSL. KSL – ближе, чем когда-либо. We'll be right back.